В Санкт-Петербурге полицейский пострадал в массовой драке, устроенной водителями маршруток, в основном дагестанцами. Инцидент произошел в Кировском районе города. Сотрудника правоохранительных органов, выполнявшего свои служебные обязанности, выстрелили из травматического пистолета. В полицию поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта дерутся 30 человек. На место выехали наряды ГИБДД, патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. Когда прибыли на место, участники драки начали разбегаться и отстреливаться. Стражам порядка удалось задержать 8 дебоширов. Раненый полицейский получил необходимую помощь. Ранение было легким.